Сос, сос, сос! Я падаю! Нужна помощь! Держись, я помогу тебе! Спасибо, что спас меня. Как тебя зовут? Меня зовут Флип. Привет. Меня зовут Флип, и я спасательный катер. Кстати, познакомьтесь с моей подругой, подлодкой Эвой. Мы зовем ее «Морской конек». Я Эйва. Ну, можете звать меня «Морской конек». Я спасательная подлодка. Если у вас есть проблемы под водой, я вам помогу. Флип, мы только что получили сигнал бедствия от автомобиля, который пропал 5 месяцев назад. Его зовут Веллингтон. Координаты 37 градусов 58. На помощь автомобилю! Веллингтон, меня зовут Флип. Я спасательный катер. Я пришел помочь тебе. Спасибо, что нашел меня. Я так рад тебя видеть. Как тебя сюда занесло? Это произошло 5 месяцев назад. Я проводил метеорологическое исследование и был на плоту, когда внезапно начался сильный шторм. Мой плот отнесло далеко от берега. Потом я... ничего не помню. Когда я очнулся, меня уже выкинуло сюда, на этот остров. Несколько месяцев я пытался звать на помощь. Решил сделать этот ветрогенератор. Я использовал детали от сломанного оборудования, чтобы запитать радиопередатчик и отправить сигнал СОС. Потом появился ты. Спасибо. Больше не о чем переживать. Ты в надежных руках.
Сейчас отвезем тебя обратно на берег. Спасибо еще раз! Ты такой храбрый катер! Морской конек, ты куда? Один наш новый ученик застрял под водой. Береги себя, конек! Зовут? Меня зовут Дэш. Во время занятия сильное течение внезапно оторвало меня от группы. В результате я застрял тут. Держись, Дэш! Спасибо, Эйва. Без проблем. Зови меня морской конек. Кстати, чему ты сейчас учишься? Оказывать помощь глубоко под водой. Здорово! Однажды ты сможешь работать вместе с нами. Дэш, я очень рад, что ты в безопасности. Спасибо, морской конек. Не за что. Поплыли, конек! У нас нет времени! У рыбацкой лодки проблемы с двигателем. Она застряла прямо посреди бури. Помогите! У меня сломан мотор! Я застрял! Этот дрон вытащит тебя на берег! Быстрее! Погода становится все хуже. Нет, водоворот слишком сильный.
Конек! На помощь! Спуститься в эту глубокую пещеру. О нет! Похоже, тут скоро начнется подводное извержение вулкана. Мне нужна помощь! Мотор заглох! Происходит! Мы идем вниз! Мой пропеллер поврежден! Я не знаю, что делать дальше! О, нет! Морской конек! Флип! Ты мой самый лучший друг! Ты мой. Что там, конек? Флип, кто-то тащит нас вверх. Отличная работа, Дэш! Ты настоящий герой! Все нормально, ребята. В конце концов, мы спасатели. И это наша работа. Я Флип. Я Эйва. Я Дэш. И мы настоящие герои города!